Как показывает практика, с наступлением холодов резко возрастает количество возгораний и пожаров. Жители начинают обогревать свои дома, но не все делают это с соблюдением правил безопасности. В преддверии отопительного сезона сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Северского района совместно с администрацией, соцзащитой, казаками и полицейскими проводят подворовые обходы. Особое внимание уделяют многодетным семьям, инвалидам, одиноко проживающим пожилым людям, социально незащищенным гражданам, входящим в группу риска. При комиссионном обследовании жилья вышеуказанных категорий граждан уделяется особое внимание эксплуатации печного и газового оборудования, электрической проводки, использования электрических нагревательных приборов. Особенно важно следить за пожарной безопасностью в домах с печным отоплением. Их сотрудники надзорных органов держат на особом контроле. Проверяют каждую мелочь и даже незначительное нарушение просят устранить. Пока такая возможность есть благодаря жаркой погоде. Убедились и в исправности пожарных извещателей, которые установили в домах во время прошлых визитов. Эти приборы реагируют на малейшее задымление громким звуковым сигналом и могут в буквальном смысле слова спасти жизнь. Члены комиссии напомнили жителям о важности соблюдения правил пожарной безопасности в быту, а для наглядности раздали красочные памятки.